Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Всем привет, дорогие друзья! Скорее всего, когда я выпущу это видео, будет уже наступивший Новый год, поэтому всех с наступившим Новым годом! Желаю вам счастья, здоровья в наступившем 2022 году. Ну и не буду говорить банальностей. Короче, чтобы поскорее вся эта пандемия закончилась, чтобы мы с вами наконец-то полетели куда-нибудь и вы, и я, потому что больше всего, наверное, я мечтаю об отпуске. Квартиры, машины, короче, все, что вы себе загадали и надумали, чтобы все обязательно сбылось именно в этом году. Вот. А мы сейчас собираемся ехать праздновать. У нас такой family look, у меня такой колпачок, у Данила будет немножко другой. Так, вот мои новогодние носочки, которые любезно подарила нам мама. У меня новогодняя девочка, а у Данила новогодний мальчик. Вот. Family look. Поскольку этот Новый год собираемся встречать в гостях, купили подарки. Купили подарки. Надя выбирала максимально странные. Поэтому, если не хотите получить что-нибудь необычное, возможно, вам нафиг не нужное, но очень оригинальное на взгляд Нади, не зовите ее в гости. А то подарок вам покажется немножко неординарным и нестандартным. Детям купили, конечно же, мягкие плюшевые игрушки прикольные, сладкие подарки, туда-сюда, чё кого и все такое. У нас тут сумок, мы прям как цыгане из Парижа. Вишня помогает, моя девочка. О, тут у меня салат. Тут у меня в другом казане плов, целый казан наготовила. Потому что до новогоднего стола дотерпят немногие, чтобы было чем перекусить. Так, не шаримся по сумкам. По сумкам мы не шаримся. Мы не шаримся по сумкам. Где-то у меня еще один салат стоит, но я его в руках понесу. Это у меня салат с ананасами. Я не знаю, читаются тут в этих орешках ананасы или нет. Ну, короче, я старалась. Мы сидим тут уже, загрузились, как новогодние эльфы. И наш верный Рудольф. Вот я в колпаке, вот Данил в кольпаке, Ну, понятно, все. Я еще не выпила, если что. А язык уже заплетыкается. Чё у тебя лоб огромный? Не знаю, потому что ты неандерталец. Все, харе. Данил, пожелай что-нибудь на наступающий Новый год, но уже наступивший. Ты это видела? Да. Что у меня сегодня с языком? Я сегодня какая-то вообще ишкиби-биби-биби какая-то. Максимально не могу собрать речь в кучу. Ну все, мы заканчиваем 2 минуты бреда. А ты прогугли, кстати? Я такая страшная вот сейчас вот с этого ракурса. Это прогугли, вообще максимально не моя сторона. Да, моя сторона вот эта. Дугу. У многих реально огромная дуга. Вот это вот моя рабочая сторона, а вот это вот моя максимально нерабочая сторона. Вот. Мне вообще со спины сегодня сказал брат Данила, что... А я думаю, что за мужик стоит? Я такая... Коренастенький. Это именно то, что я хочу услышать в 2022 году. Что за мужик тут стоит? Прогугли про надбровную дугу, пожалуйста. Всё, не буду я ничего гуглить. Отстань. Надбровная дуга. Где вишня? Я хочу с вишней. А что, не пускают туда? Она может перепрыгнуть. Да, она может перепрыгнуть. Ты со мной хочешь вставать с фотографией? Вот у меня трик-то. Ну иди ко мне. Фотографироваться будешь. Мне Вера, а мне Никита угостил очень вкусной конфетой. С коньяком? К сожалению, нет. Все, ты нас снял? Я на видео на секунду. Эй, Данил, давай! Вот я найду! Вот я найду! Данил, давай следом! Нет. Ну и чё? Давай, схватай плюшку следом! Нет, я вообще не люблю. Вишня! Ну посмотри, молодец. На, держи. А что вы так делаете зачем? Чтобы пацаны не отключали. Ой, дети, почему? Там же был человек сидит. А там кекс, что ли? Оленя. Печенье берем. Капуца. Мама, садись, тортик с чаем. Почему? Ну не хочу.
Да, ой, Никита, ой. Прости меня. Ну, тебе не кажется, я вам тортик положу, какой а вы красивый. Как-то, да, сидите? Да. Это да, что да, сверху да. такое? Это был этот, серебряная это копытца. Это не обсуждается, Серега. Да, его со всех сторон еще. На волосах, в сладких камнях. Классно какой, да? Данил, так то он жулик! Читер! Даня, ты читер! Слушайте, тамада, хорошие конкурсы, интересные. Собак никогда не бывает много. Да, собак никогда не бывает много. Фу, как ребенок зевнул. Лёха не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких. Дорогие друзья, самое главное, что уходящего года. Как вы видите, нашего президента слушаю только я. Учитель оказался в сложной ситуации. И Никита. В первую очередь поддержали старших поколений и семьи, где растут дети. Будущее России. Ну и Верочка маленькая. Верочка уже спит. Наши национальные президенту никто не слушает. Безопасность страны. В короткие сроки восстановили экономику. Там огоньки зажигают уже. Ура! Ну подожди, я пришел. Это наша общая задача от меня. От меня поможет повышение благосостояния и качества жизни. Решение проводить. Ребята! Еще более сильно. И только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашего общества. Единственный! Путин президент мира! Но настоящее новогоднее волшебство в том и состоит, что открывает наши сердца. Патриот человек стоит. Благородству и к милосердию. И где бы вы ни были в эти минуты, кроме семьи, друзей,
На площадях любимых городов есть я тут. Самые теплые. А я это занята. С удовольствием. На тебе вся ответственность. И хочу отдельно поздравить с Новым годом всех. Я встречаю Новый год с подписчиками. Профессиональный и воинский дом. Друзья, вас почти 500. Спасибо вам. Выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок, не прерывается работой на транспортной магистрали. На рейде производства... Не надо мне бокал. В этих сферах работают сутки. Спасибо вам за ответственность. Важные для страны... С вишней встречаем Новый год. Традиция. Так, вишня без комментариев. Через несколько секунд наступит Новый год. И во многих семьях, в том числе и... Ребят, на курантах я отключусь. России, прозвучит традиционное... Никитка, скажи моим подписчикам что-нибудь. С Новым годом! Эти простые слова мы произносим с особым чувством. Я люблю тебя, передаются... Будя! Я надеюсь, мне какие-нибудь плюхи за это перепадут. Крепкого здоровья. А к нему уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле. Пусть в каждом доме будет как можно больше. И пусть у Нади будет 1000 подписчиков пусть в этом году, наконец-то. Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными. Пусть любовь будет в каждом сердце. И короче, ВВ, спасибо, мы поняли. Ребят, с Новым годом вас! Пустых. Я вас люблю. Ради пью за вас. Любимых и ради нашей единственной Чок. Великой Родины. Какая красота! Я думала, раз мы не в городе, я салютов не увижу. Но как только я включаю камеру, я их не вижу, ребят. I'm sorry. Я извиняюсь. Данил, Новый год, Данил! Данил! Новый год наступил, поздравь всех! Салют новый запустили, снимай! Новый салют запустили, смотрите, ребят. Че вы там, у себя салютов не видели, что ли? Ну, господи! Ребят, с наступившим вас! Я вас всех люблю, кто меня смотрит. Вас смотрит от силы 40-50... И мы тоже вас любим! Да. Подписывайтесь, Алекс Адвер канал. Или все по-простому. Подписывайтесь на канал. Обязательно. У нас семья ютуберов просто. Ну что, вы салютов не видели, что ли? Ну, господи, давай что-нибудь на Новый год скажи ребятам. Скажи что-то доброе. Всем христианам мир. Шалом, православные. Не, ну я же добрый, пожалуйста. Все, лежит. Ну что собаке для счастья надо? Снега пожрать, ладно. Вот так вот еще сделать. Вот так еще сделать. Ну, что еще покажешь нам? Видишь? Кайф? Кайф, собаки? Пойдемте гулять. Пойдем гулять. Смотрите, как весело тут. Люди вон на горку пошли кататься. Мы просто прогуляемся. Да, Вишня? И вообще, я вам вот это хотела показать. Смотрите, какая прелесть. Смотрите, какое чудо. Это же рябина, да, ведь, по-моему? Вон моя красавица вышла. Стоит, меня караулит. Ну иди ко мне. Иди сюда. Ай, моя умница. Ты пришла ко мне? Сейчас пойдем. Сейчас всех дождемся и пойдем. А то непонятно, идут, не идут. Ну что, идут? На снегокатах каких катаются. Че, идут? Да, сейчас они идут. Ну все, давай ждем тогда. Вроде часовой пойдем. Так, они еще бублик возьмут, там гора будет покатать. Все хорошо. Видите, утро 1 января. Мы бодры и веселы. И все хорошо. И никакого похмелья нету. Ни капельки. Все норм. Я бодр, свеж, как огурец. Прошлогодний. Смотрите, там какой сторож. Посмотрите просто, какой сторож. Сторож какой. Просто овчарка. Вишня,
Кавказская овчарка. Алабай просто. Смотрите, какой. Иди сюда. Ой. Венди. Венди. А, Венди? Гав. Да все боимся. Тут вот посерьезнее персонаж. Но мы не будем его дразнить. Мы пойдем. Вишня, сюда. Где моя собака? Вон там. Вишня! Сейчас вижу. Вишня, сюда. Ага. Она там играет. А нет, вон бежит. Иди сюда. Ты моя умница. Ты меня услышала, пришла. Какая умная собака. Все, идем, молодец. Гуляй. Гуляй, молодец. А меня ждут, что ли, все? А я такая снимаю. Природа, красота. А меня тут все ждут. Ну ладно. Ой, не упасть. Ну привет, привет, привет. Я попросила красиво это сделать, Данил. О, вот собаки сейчас по кайфу будут. Да ей как-то это. Параллельно. Тут еще один тепловоз. Тут еще один тепловоз бегает. Да, собачье царство. Да, у нас привал. Данил Владимирович. Алексей Владимирович, что мы пьем? Расскажите. Мы пьем виноградный сок. Хорошо. Слегка забродивший с добавлением ароматических веществ. Плевал, Никита! Бери, Яченька. Плевал, плевал. Плевал. Спасибо. За ваше здоровье, ребят. Вися. Собака не надевает. Горяченький. А ты чего не пьешь? Я глотнул. Он без. Дай мне что-то. А что ты хочешь? Посмотрите на этот сугроб ходячий. Дань, ты уже все эти обнес. Собаки по барабану вообще. А собаки по барабану вообще. Пригли дядю Данила. Ну вот. Здравствуй. Один состав отвалился. Давай мне ледянку. Я проклятый. Там вот лошади где-то должны быть. О, умный. Вот она, лошадка стоит. О, лошади, смотри. Да, вижу я их. Я у нас лишний показываю. А-а-а. Сейчас будешь смотреть? Не будешь шума. Иди сюда. Алексей, не ждать ли сегодня вечерком? Вера. Кайф? Круто, да? Лежит человек, кайфует. Сломавшее это дерево, интересно. Никита, ты зачем дерево сломал? Сломал! Ну, я тебя поймала на месте преступления. Дерево зачем сломал? Не ломал. Ты знаешь, что за это штраф дают 100 тысяч? Да, кстати, если охрана может увидеть. Проблема в чем? Это дерево все еще не отломано от корня.
Это считается, дерево не упавшее до конца. Оно мучается? Да. Оно в агонии. Можно отламывать ветки, если дерево прямо лежит на земле, и ствол его полностью отделен. Тогда найдите мне такую палку, чтобы она была прямой. Найдите мне, найдите мне на этой маленькой земле. Данил, передай привет. Привет. Пока. Ну типа вы поняли. Это семейное. Чувство юмора наше все. Да-да, говорит, поедешь тут из меня. Она его там перегородила просто.